Всем привет. Приехали рыбу покоптить, да чилимов половить. Немного прибрался здесь. Приехал, свинарник был. Жесть просто. Вот, немного готовлюсь. Потихонечку лодку накачал. Сейчас ловушки будем собирать. Костер запалил. Коптилка моя. В общем, пока как-то так. Начинаем процесс. Заряжать ловушки. Собирать. Снаряжать. Вот наши ловушки. Вот она. Вот так вот выглядит. Опять повторю. На наживу сегодня красноперка, навага, селедка мороженая и хребты, скиты с горбуш. Ну и попробуем чуть-чуть подтухшую. Такс. Так. Где тут резиночка? Вот она. Резинка. Наживу вешаю на камеры велосипедные. Красноперочка не до конца размерзлась, но это ничего страшного, сейчас отойдет еще. Так, посмотрим. Нормально вроде бы. Висит, висит. Да без разницы, в любом, как метров, ну вот так же, да, где-то можно уже. Поставились, чайки летают. Нет. А вот он, нет, синий мы достали. Света, давай, ты снимаешь? Да, давай, дергай и так же держись. Давай, держимся. Я держу. А это ему сюда же. Ёпс. Доставай, доставай, ты только там туда, не это. Вот. О, здесь побольше и крабик. Ну так, сейчас. Конечно, мудро. Я держу. Все. Так, я кинули. Полосатик. Полосатик. Вот таких вот на море тоже. Это собака. Я их никогда не брала. Ну их... Отпустить или как? Да... Ей, да. Можно его туда, обратно. Да,
Так. Так, это вот это крайнее у нас. Сейчас мы едем по течению. Вот туда, куда нас понесет это. Так. Вот. Ну большого. Ну это маленький. Вон большой. Вон он. Вот, вот, вот он. Да ну, то есть чуть-чуть, если только. Сатика мы заберем, хорошенький, как-то залез только туда. Как-то туда залез только. 6, 8. У нее бутылка соскочила. Что, будем этот опускать воду под водой, этот ловушку с кичелим снять? Побольше. Ну вот, я сюда пересыпал. Мы их сейчас там опустим. А я потом донесу ее, наверное. Или... Ну давайте. Тяжелая.
Ну, с вечера больше, вечером больше было. Сейчас что-то вообще их... Или они поразбежались. Да. А это этот бракаш, который он эту сетку проверяет. Ну, тебя тянет, или дождь, или что там вот сейчас ливанет. Да не за что. Ну, потом... Ну, теперь будете знать. А на той стороне вот где вот, как на мясной едет, там вроде тоже икло, да? Вот туда, вот в тот угол. Отсюда с лодки выходили, вот в тот угол. Там ставили, ну, эти... В том году они по каждый день туда мотались. Вот тут птичка летает. Синичка. Давайте, до свидания. Ну... Теперь самое главное сборы. До свидания.